Как правильно одеть и как правильно снять мануальный объектив, оснащенный одуванчиком Лушникова, на любую камеру Nikon. Поскольку на всех камерах Nikon абсолютно одинаковый байонет, то без разницы, какая тушка у вас, процедура одевания и снимания объектива будет абсолютно одинаковая. Берем объектив, оснащенный одуванчиком Лушникова. В данном конкретном случае это абсолютно новый Arsat N или Helios 81N MC. На нем наклеен одуванчик Лушникова. Как видите, на объективчике есть красненькая точка. Она служит ориентиром при одевании на любую тушку. На каждой тушке вы увидите белую точечку. Берем тушку, берем объективчик, совмещаем красную точку на объективе с белой точкой на тушке. Немножечко утапливаем, чтобы полностью совместить объектив и тушку. И поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Если вы, не дай бог, чувствуете, что объектив при поворачивании натыкается на какую-то преграду, не пытайтесь дальше его провернуть. Иначе вы просто-напросто сломаете одуванчик, а гарантию на механические повреждения одуванчика вам никто не дает. Снимание объектива происходит следующим образом. Нажимаем на кнопку, фиксирующую объектив в камере, и поворачиваем его уже по часовой стрелке. И аккуратненько вынимаем. Как видите, одуванчик целый. Демонстрирую еще раз, как правильно одеть. Совмещаем красную точку на объективе с белой точкой на камере. Углубляем, поворачиваем. Все, объектив одет. Каждый объектив, который оснащен одуванчиком Лушникова, имеет байонет Nikon. Также он имеет автоматическое положение диафрагмы. На данном объективе это положение соответствует значению диафрагмы 16. То есть именно в таком положении должно находиться значение диафрагмы при работе с данным объективом. Сейчас я вам продемонстрирую, что объектив абсолютно рабочий. Включаем камеру. Вы видите, что камера показывает значение диафрагмы. Одуванчик дает понять камере, что на ней установлен родной объектив. Работать будет такой объектив во всех режимах камеры, даже включая самый простой зеленый режим. Значение диафрагмы, как вы видите, меняется в том промежутке, который запрограммирован в одуванчик. На данном объективе диафрагмы от 2 до 16. И для наглядности я запрограммировал одуванчик от 2 до 16. Вы это прекрасно видите. Спасибо за внимание.